Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать на паркете спортивного комплекса «Велодром Минск-Арена» всех гостей, участников и зрителей открытых международных соревнований по спортивным бальным танцам Capital Cup Минск 2020. Организаторами соревнований выступили Главное управление спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета, Белорусский республиканский танцевальный союз, Городская федерация спортивного танца, Международный танцевальный союз IDSU, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Стартует первое утреннее конкурсное отделение, и на паркет я приглашаю участников соревнований. Встречаем парад пар первого утреннего отделения. Итак, сегодня утром на открытом кубке города Минска мы увидим выступление категории «Дети 2», «Юниоры 1», «Юниоры 2», «Молодежь» и «Взрослые» в классовых соревнованиях. Пары заняли места на паркете, и с большим удовольствием я хочу пригласить на площадку судейскую коллегию открытого кубка города Минска турнира Capital Cup Минск 2020. Уважаемые судьи, мы приглашаем вас на паркет. Уважаемые зрители, не забываем, зачем сегодня вы встали пораньше и свой субботний день решили провести в хорошей компании, под хорошую музыку, со своими любимыми парами. Будем аплодировать, приветствовать. И сейчас приветствуем аплодисментами судейскую коллегию открытых международных соревнований Capital Cup Минск 2020. Представляем наших уважаемых судей. Евгений Белоруков, Россия. Денис Карасташов, Украина. Дмитрий Мелехин, Россия. Анна Сажина, Азербайджан. Ярослав Скоренко, Украина. Наталья Смирнова, Россия. Анна Строкач, Украина. Судьи, представляющие Республику Беларусь. Евгений Оплевич, Минск. Наталья Бабич, Минск. Анастасия Веслова, Минск. Виктор Иванов, город Брест. Елена Карпенко, Минск. Оксана Киреева, Минск. Роман Легкоступов, город Витебск. Александр Леонтьев, Минск. Сергей Миклашевич, Гродно. Ирина Мирончик, Минск. Анастасия Подкас, город Заславль. Светлана Сатырева, Гомель. Алена Сотникова, Минск. Ольга Комутовская, Витебск. Павел Ярцев, город Минск. Главный судья соревнований Артем Козыра, Минск, Беларусь. Ну что ж, все готовы начинать. Уважаемые судьи занимают свои рабочие места, и участников мы также провожаем с паркета. Они готовятся к началу своих соревнований. Первыми на площадку готовится выйти категория «Дети 2». N-класс соло. Соло «Дети 2» N-класс начнет соревнование в первом утреннем отделении. Программа, заходы и результаты будут выводиться на телевизионное табло, расположенное при входе в зал. Заходы пар будут дублироваться на большой основной экран
соревнований. Пожалуйста, внимательно следите. Не пропускайте и не забывайте выходить на площадку.